Здравствуйте, меня зовут Юля, я выбрала Центром предвузовской подготовки университет Дзянсу. Образование в Китае — это было спонтанное решение. Как-то я работала, и там была девочка, которая собиралась ехать в Китай обучаться. Она проучилась там полгода и приехала оттуда с шикарными эмоциями. Она рассказала мне кучу всего интересного, что после этого мне тоже захотелось обучаться в Китае. Приехала в центр CCN и поговорила с менеджером, мне рассказали много чего интересного, и после этого начался сбор моих документов. Благодаря CCN я нашла дорогу к Китаю, поступила туда в университет и смогла осуществить свою мечту. По приезду в Китай я, скорее всего, захочу попробовать кучу разнообразной еды, потому что я очень люблю покушать, а там, насколько я знаю, в каждой провинции своя еда. И вот я хочу попробовать все провинции, это куча еды. Я уже представляю, что я поправлюсь килограмм на 10. Люблю очень сильно морепродукты, но скорпионов, жуков, тараканов я есть не буду. Я раньше изучала корейский язык, и я знаю то, что немножко похоже. Там совсем капелька, потому что корейский язык, он же пошел от китайского языка. Я пробовала учить китайский язык, и это легче, чем я думала. Просто английский язык, допустим, не дается. Азиатские языки мне даются проще. Он интереснее, чем английский язык. Там, в принципе, интересно само произношение, то, что там несколько тонов. И он какой-то певучий. Мне это нравится, я думаю, то, что у меня получится его выучить. Я очень на это надеюсь. Я CCNовец, потому что Китай — моя страна, а фиолетовый — мой цвет.